Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Здравствуйте, дорогие участницы нашего совместного проекта «Ветер в гриве». Пришло время подвести итоги по нашему совместному проекту за июнь месяц. А у нас много всего интересного, как всегда, и есть что посмотреть. И финиши, и новые процессы, и, конечно же, очень хорошее продвижение. Наш совместный проект приближается уже к своему завершению, поэтому работы хорошо подросли, и есть что посмотреть. Также хочу объявить о том, что завершится наш совместный проект не 1 сентября, как планировалось, а 10 сентября, так как август – это время отпусков и подготовки к школе, к институтам. Может у кого-то не хватить несколько дней, чтобы завершить работу, либо просто отчитаться. Поэтому я решила на 10 дней немножко отодвинуть завершение нашего совместного проекта. У всех будет время подготовиться и спокойно отчитаться. Ну что, приглашаю вас к просмотру. Поехали! Светлана Селезнева представляет нам уже готовую работу. Данную работу Светлана начала в июне и в июне сразу и завершила. Это набор фирмы Classic Design по дизайну фирмы Dimensions. Размер работы 145 на 73 крестика, 25 цветов здесь используются. Вышивка в технике крест, полукрест, французские узелки, бэкстич. И вышивала Светлана на Мурано 264 цвета. Очень нежно смотрится и прекрасно подходит к этому дизайну. Светлана пишет нам: работа вышивалась очень легко, но при этом и очень интересно. Схема прекрасного размера, значки чудесные, но сделана с небрежностью. Отсутствует бэкстич на некоторых местах и приходится сверяться с фото отшива на подлиннике. Кроме того, не слишком удачно подобраны некоторые цвета и бэкстич, и крестиков. Часть перешила, часть оставила. В целом результатом очень довольна. И очень рекомендую вышивать димовские петиты на Мурано. Вот как интересно. И действительно, вот к этому дизайну очень подходит, очень все смотрится замечательно. Светлана, поздравляем вас с такой прекрасной нежной работой. Елена Тарануха присылает нам отчет по оригинальному набору фирмы Лукаэс и пишет: отчет номер 5 за июнь месяц. Завершила 5-й лист и 6-й лист отшить не полностью. Ну что тут скажешь, мне нельзя ничего планировать. В основном всем довольна, получается красота. Ну что тут сделаешь, Елена, нам всем очень сложно что-то планировать. Все хочется вышивать, но главное, что процесс продвигается. И я восхищаюсь, как хорошо двигается работа и какая красота получается. Ирина Силаева присылает нам отчеты по своим процессам. Ирина у нас многопроцессница и все успевает, и все вышивает, и во всех совместных проектах участвует. Очень активная у нас рукодельница. Итак, во-первых, это наборчик фирмы Panna, называется «Легенда». Размер работы 34 на 34 сантиметра. Работа сложная, потому что здесь такие однородные оттенки, тем не менее, сейчас Ирина видно, что вышивает фон, есть очень хорошее продвижение. Дальше у нас наборчик фирмы Lucas Чемпион, тоже хорошее продвижение, достаточно много получилось вышить за месяц. И Ирина добавляет еще один процесс, это пара лошадей, которые вышиваются на 14 каунте по нанесенному фону на основу, напечатана схема на основе, и показывает нам также изнаночку, сколько получилось вышить. Как мы видим, тоже здесь очень много крестиков вышилось. Ну и также есть и старт, и финиш. Это наборчик от фирмы «Новая Слобода», дивная лошадка в технике бисер. Вот такая красавица получилась. Поздравляем, отличные результаты за месяц. Наталья Ступак вышивает набор фирмы Custom Crafts. Я сейчас вам показываю фотографию, как было это с левой стороны, и с правой стороны то, что нам сейчас прислала Наталья. И пишет нам Наталья, предчувствуя финиш работы.
отшила 3 листа. Работа большая, и хочется скорее ее завершить. Для меня остался месяц, чтобы успеть завершить лошадок до отпуска. До сих пор поражаюсь простоте схемы, никаких сложных участков, ни смешанных цветов, ни окантовочных швов. Работа чудесная и замечательная. Немного скучновато в цветах, но зато какой получается результат. Фотография, возможно, неудачная, так как всегда заканчиваю отшив уже к ночи. Да, мы ждем, конечно же, завершения работы, чтобы вы, Наталья, раскрутили полностью всю работу, мы могли полюбоваться результатом, потому что вот видно, что получается как фотография. Очень хорошая проработка и, ну, на такие красивые лошадки, просто прелесть. Желаю вам скорейших и быстрых крестиков, завершения работы. Очень-очень интересно посмотреть готовый результат. Катерина Плотникова присылает нам отчет по своей работе в стиле сепия. По-моему, это китайский дизайн, если я не ошибаюсь. Размер работы здесь 33 на 47 сантиметров. В крестиках это 182 на 257. Здесь полная зашивка. Цветов здесь 60. Блендов нет, бэксича нет. Поначалу у Катерины были опасения, что работа будет смотреться прогонистой, как-то не очень хорошо разработан дизайн. Мы подбадривали, поддерживали Катерину. И вот сейчас мы видим, работа находится уже на финишной прямой. Здесь вышито 70%. И пишет Катерина, что все опасения прошли. Работа смотрится неплохо. Ну и мы, конечно же, будем ждать готового результата. Очень интересно. Татьяна Муратова представляет нашему вниманию уже полностью готовую работу. И это лошадки от фирмы Алиса. Размер работы 22 на 26 сантиметров. Пишет нам Татьяна. Вид отшива совпадает с обложкой. Претензий нет. Сборка набора гаммовская. Тоже все устроил и понравилось. Вышивается только полным крестом в две нити. Сам сюжет просто прелесть. Как же хорошо летом в деревне. Я так понимаю, Татьяна сейчас отрывается на природе, и эти процессы, в общем-то, в тему. И хорошо все вышло, завершилось. Хорошего отпуска и хорошего настроения. Марина Лакиза вышивает очень интересный наборчик от фирмы Пана. Это золотая серия «Силушка богатырская». Здесь и лошадка, и сразу принц во всей красе. Наверное, работа очень хорошо работает в жизни, потому что Марина не спешит ее сильно продвигать. По чуть-чуть нам присылает отчеты, но тем не менее очень-очень интересно наблюдать, как растет работа. Здесь используется 62 цвета, представляете, и размер работы будет 34 на 38 сантиметров. Такая, в общем-то, достаточно большая интересная работа. Элиза Левива вышивает вот такую вот лошадку в технике бисер. Это магия канвы, называется аллюр. Как написала Элиза ранее, что эта лошадка уже сработала и помогает, так сказать, в жизни, приносит удачу, приносит свою энергию, и поэтому Элиза не спешит ее вышивать, а растягивает удовольствие. Я этому бесконечно рада, ну и, конечно же, желаю, чтобы все только хорошее приходило в жизнь. И второй процесс Элизы – это крестиковый процесс от фирмы «Нова Слобода», называется «Ветки сакуры». Вышивается крестиком по нанесенной на иди с нанесенным фоном. Получается вот такая красота, вышивается белая лошадка, очень хорошее продвижение. Алена Каменева очень хорошо продвигает свою работу. Это набор от дизайнера Эва Розенстант, производитель Дания, называется Horses and Puppy Cross Stitch Kit. Здесь используется 28 цветов, размер работы 239 на 187 крестиков. Вышито уже 80% работы. Здесь нам пишет Алена, что она заменила один цвет ниточек на бленд. Вот так. И работа уже
ну, практически готова, осталось чуть-чуть, на один, на два отчета, как растянет Алена. Мы, конечно же, ждем готовую работу. Настя Маркова присылает нам отчет по оригинальному наборчику фирмы РТО «Полярный эспрессо». Вышивает Настя данный наборчик на примету. Используется здесь 56 цветов ниточек ДМС. Вышивается на АИДе 14 каунта красиво-голубого цвета. Размер готовой работы будет 31 на 37 сантиметров. И пишет нам Настя: работа меня не завалила, но заметно прибавилась, так что примета работает. Очень мне понравились комплектующие. Лицо дедули далось тяжело, по-моему, это самое трудное, что я когда-либо вышивала. В нем используется много цветов, все они близкие по оттенку, есть четверть креста, дробный бэк. В остальном все вышивается легко и быстро. Очень хорошее продвижение за месяц, и я рада, что вот так быстро сработала работа, данная вышивка, и помогла улучшить какие-то обстоятельства в работе. Представляю вашему вниманию отчет Елены Каневой. Это сборка клубка желаний Winter Rush, но Design Dimensions. Как вы заметили, мы находимся в северной полосе, у нас снежит, три дизайна такой, скажем, зимней тематики, и я добавила немножко кружащихся снежинок. И по данному процессу пишет нам Елена, что все вышивается отлично, хорошо продвинулся процесс за месяц и очень нравится результат. Действительно, я с огромным восхищением рассматривала эту фотографию, быстрые продвижения и очень-очень хороший результат. Супер просто. Желаю удачи, чтобы все так же быстро все получалось и вышивалось. Ну а теперь переносимся в южное полушарие к загадочным пирамидам и песчаным барханам. Марина Филиппова пишет: «Юлечка, спасибо за ту замечательную, комфортную для творчества и мастерства атмосферу, которую ты создала в нашем СП. Я полагаю, что совместный проект у нас один, меняется только темы, с каждым разом интереснее и интереснее». Итак, дизайн панны. Набор G692 «Корабль пустыни». Размер работы 90 на 200 крестиков, 19 на 39 сантиметров. Вышивается ниточками гамма, 36 цветов. Канва этамин. Это 25 каунт. Купил этот дизайн от Паны 10 лет назад. Много раз брала в руки, каждый раз откладывала по нескольким причинам. Не нравилась канва 14 каунта, странного непонятного желтого цвета, да и не видела применения этому дизайну. Но купилась канва цвета пустынного песка, и сразу родилась идея применения подушки валик для дивана. Канва 25 каунта вышивается легко и с удовольствием. Много полукреста, схема крупная, легко читается. Цветовая гамма ниток очень красивая. Сама с нетерпением жду окончания и какой будет результат. Продвижение, конечно, не очень, но еще плюс один плед за месяц. Поздравляем, Марина! Как всегда, очень много процесса в работе, много финишей. Ждем и продвижение по кораблю пустыни. Представляю вам отчет от Галины Парадайс. Галина вышивает набор фирмы Панна, пара белых лошадей, размер работы 43,5 на 36,5 сантиметра. Вышивается на 14 каунте, нежно-желтого оттенка. Ниточки здесь гамма, всего 11 цветов. И пишет нам Галина: «Все это время вышивала шею первой лошадки и наконец-то приблизилась к гриве. Теперь буду вышивать все более интересные участки сюжета. Перед тем, как приступить к данному набору, читала отклики тех, кто уже его вышивал. И почему-то все отзывались, что вышивается тяжело из-за однообразной палитры цветов и похожих ниток. Мне же очень нравится процесс. Вышивка совсем не сложная, и цвета ниток такие приятные, теплые. Такое ощущение, что притрагиваюсь к теплой коже настоящего животного. Получаю большое удовольствие от работы и уже очень хочу увидеть глаза лошадок. Надеюсь, к следующему отчету они уже будут смотреть на меня». Ну, я на это тоже надеюсь, нам очень интересно посмотреть, как подрастет работа.
И мои отчеты. Во-первых, хочу показать вам процесс, который я заявила в мае месяце, его продвигала, чуть-чуть вышивала, но забыла показать в отчетах. Вот я могу забыть и про себя. Это дизайн фирмы Dimension «Зимней радости», но у меня сборка от фирмы «Клубок желаний». Это большая работа. Вышивается она на аиде белого цвета. 18 аккаунта, размер будет 41 на 25 сантиметров, используется 36 чистых цветов и 9 блендов. Есть крест, полукрест, 5 сложений, бэкстич, выкладная нить, французские узелки. Ну, в общем-то, все как у фирмы Dimensions Gold Collection, все присутствует. Дизайн очень красивый, просто великолепный. Мне удалось добраться чуть-чуть до лошадок. На самом деле вышивается очень легко, очень интересно. И вот мне хочется до завершения совместного проекта успеть вышить хотя бы лошадок, потому что сам дизайн, конечно, большой, я его не планировала вышивать, но было настроение повышивать вот именно Dimensions, и я получила огромное удовольствие. Я думаю, что зимой я к нему вернусь, но это уже будет не в рамках совместного проекта, ну а так просто завершу сама. Мой июньский старт – это наборчик фирмы Кандамар Дизайн. Размер работы 30 на 40 сантиметров. Это частичная вышивка. Здесь полностью нанесен фон на основу аида 14 аккаунта. И нужно вышивать некоторые участки, создавая объем. Используется в данном наборчике ниточки креник и шелковая ниточка. За июнь месяц мне удалось вышить совсем чуть-чуть. Я вышила индейца и лошадок и немножко блики на воде. Также меня ждет, конечно же, вышивка креником и шелковой нитью. Я этого жду с большим нетерпением, но так как у меня много процессов, вы понимаете, руки не доходят. Но я надеюсь, что в июле месяце, не буду говорить, что завершу, но хочу хорошо-хорошо продвинуть эту работу, чтобы к концу СП обязательно уже завершить. Ну и мой долгожданный финиш, моя радость и гордость. Этот процесс у меня долго вышивался, точнее, он был начат много лет назад, но наконец-то в этом году, благодаря нашему совместному проекту, я взялась за него серьезно, и вот мы видим уже полностью готовый результат. Это дизайн фирмы Анкор. Это не набор, это был спецвыпуск, специально разработанная схема, которая была напечатана в журнале «Вышиваю крестиком», по-моему, за 2015 год, какой месяц, не знаю. Размер работы 37 на 46 сантиметров, достаточно большая работа, и вышивала я на основе Цвайгард кошель, который соответствует 14 аккаунту. Я не рекомендую кому-то вышивать на более мелком каунте, потому что есть какие-то детали, которые совершенно потеряются на более мелком каунте. Здесь должен быть все-таки 14, как рекомендует и производитель. Вышивала ниточками по ключу Анкор. Ну и, в общем-то, более подробную информацию вы можете посмотреть на моем канале в видео о завершении этой работы. Я думаю, что вы видели и фотографии, и видео, в принципе, вы уже посмотрели. Здесь уже такое завершающее отчетное фото. Я очень-очень рада этому финишу. Ну и, конечно же, буду продолжать участвовать в нашем совместном проекте с другими работами. В завершение хочу напомнить, что по итогу совместного проекта состоится розыгрыш, поэтому все ваши готовые работы, пожалуйста, фотографируйте и размещайте в альбом с готовыми работами в группе ВКонтакте. Но для тех, кто не отчитывается в ВКонтакте, конечно же, присылайте мне на электронную почту, я сама размещаю для вас там фотографии. По итогу совместных проектов будет розыгрыш. Рандомным путем мы выберем победителя, который получит наборчик «Прекрасная балерина» Design Dimensions, сборка «Клубка желаний». Это из моих запасов, так сказать, от чистого сердца. В дополнение, в помощь будет у нас
органайзер по типу пака, ну и, конечно же, книга о Греции, о археологических памятниках, так как они выглядят сейчас. Но интерес в этой книге в том, что представлены картинки так же, как эти памятники выглядели в оригинале в древности. Это очень-очень интересно. Мне хочется подарить частичку, так сказать, той страны, где я живу. Вот, и надеюсь, я кого-то порадую. На этом все. Спасибо за участие, спасибо за активность. Ну и, конечно же, увидимся с вами в новых отчетах. До новых встреч. Пока-пока.